Ивановский троллейбусный парк пополнится в этом году 3 единицами техники. 2 машины в депо уже прибыли. Такие троллейбусы вмещают около 100 пассажиров. 20 мест сидячие. По какому маршруту будут ездить новые машины, пока не решено. Стоит отметить, что троллейбусный парк не пополнялся с 2009 года. Приобретенные модели троллейбусов современны и экономичны. Они широко используются по всей стране. Они повышенной экономичности. У них стоит асинхронный двигатель, который позволяет делать работу данного транспортного средства более эффективной и менее затратной. В планах города развитие именно троллейбусного парка и постепенная замена всех устаревших машин на новые современные, более экономически выгодные.